Интерскол УШАЭМ 125 на 100Э. Компактная болгарка для универсального применения. Инструмент поставляется в фирменной коробке. В комплект поставки входит сама шлифовальная машина, защитный кожух, опорный фланец и гайка для крепления шлифовального круга, дополнительная рукоятка, монтажный ключ, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Болгарка выполнена в пластиковом корпусе серого и черного оттенков со сквозной перфорацией для пассивной вентиляции двигателя. С тыльной стороны инструмента выведен сетевой кабель для подключения к бытовым розеткам на 220 вольт. Клавиша «Пуск» вынесена сверху и фиксируется в рабочем положении при запуске болгарки. Прорезиненная часть корпуса обеспечивает уверенный хват инструмента. Также здесь предусмотрена перпендикулярная рукоятка для лучшего контроля болгарки. Рукоять можно устанавливать в трех позициях в зависимости от типа проводимых работ. Для защиты оператора во время работы в комплекте предусмотрен поворотный кожух, который легко регулируется без использования инструментов. А для безопасной замены оснастки в голове инструмента предусмотрен фиксатор шпинделя. Болгарка оснащена двигателем мощностью 1100 Вт с максимальной частотой вращения до 10 000 оборотов в минуту. Число оборотов плавно регулируется колесиком, которое вынесено в основании корпуса. На минимальном режиме вращения оно ограничено 3000 оборотов. Максимальный диаметр шлифовального и резного диска составляет 125 мм. Интерскол УШАЭМ 125 на 100Э – компактная болгарка, которая предназначена для зачистки, шлифовки и резки древесины, металла и камня. А еще инструмент удобен в работе и неприхотлив в плане обслуживания.